Добросовестным потребителям подарки. Те, кто заплатил за воду на полгода вперед, получают сувениры от самарских коммунальных систем. В числе счастливчиков и Марина Кобзарева. Рассказывает, по счетам всегда предпочитает платить наперед, чтобы потом не оказаться в должниках. Лучше заранее оплатить, тогда уже до осени у тебя как бы не будет проблем с оплатой за воду. То, что еще по акции, еще полотенце получить, конечно, приятно. Акцию «В отпуск без долгов» компания СКС проводит уже второй год. Всем, кто платит за воду авансом, гарантированные подарки. Внесенная сумма должна быть в 6 раз больше, чем начисление за апрель. Сувениры получат и те, кто собирается рассчитаться с долгами свыше 5000 рублей. Это нужно сделать до 31 мая. А потом, если есть желание побороться за главный приз, нужно также внести аванс. В числе участников акции уже 200 человек. Собрано около 400 тысяч рублей. Абонент добросовестный и не имеет задолженности. Он имеет возможность внести авансовый платеж равный 6-кратному начислению за апрель, получить гарантированный подарок и, соответственно, стать участником розыгрыша суперпризов. Акция завершится 31 мая. Те, кто оплатил услуги аванса, могут участвовать в розыгрыше главного приза – тура выходного дня на двоих в санаторий «Самарский» с питанием, бассейном, тренажерными залами. Должников же предупреждают – накопив неоплаченные квитанции, они рискуют остаться без воды или даже испортить себе отпуск, став невыездными. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, «События».